Финансовые услуги, платежи, логистика системы поставок, страховка и здравоохранение полностью изменятся благодаря внедрению революционной технологии блокчейн. Основная задача, стоящая перед современным здравоохранением, состоит в создании системы хранения информации о пациентах и удобного доступа к ней со стороны медицинских учреждений. Сегодня данные хранятся в рамках одного медицинского учреждения, а блокчейн может позволить накапливать информацию за всю жизнь пациента и обеспечивать доступ к ней из любого места. При одобрении пациента блокчейн помимо врача может присоединиться еще какой-либо участник, например, представитель страховой компании. Данная технология позволит контролировать расход лекарств, записывать действия врачей, медсестер, анализировать медицинские данные населения в реальном времени. Умные контракты на основе блокчейн могли бы действовать ясным для всех способом. Договоры страхования, премиальные платежи и прочие документы могли бы быть зарегистрированы на блокчейн. Тогда специалисты, медсестры и врачи смогут добиться взаимопонимания с пациентами, фиксируя в системе требования друг к другу. Но это всего несколько примеров того, как криптовалюты и технология блокчейн изменят принципы здравоохранения в будущем. Дорогие друзья, за подробной информацией обращайтесь ко мне.